сторону. Подъехал третий автобус. Так что, возможно, в середине еще и уедут. Появился третий автобус. С всех сторон протестующие окружены полицией. Ну что, хватает на всех автобусов, да? Пока да. Посмотрим, что дальше будет. Есть надежда уехать, да? Ну, по крайней мере, тронемся. Тронемся. Есть возможность тронуться, да? Метров 100, может быть, как минимум проедем. Ну, потихонечку. Потом еще 100, потом еще 100. Однажды у нас был такой марш, где-то такая, как бы обозвали даже 100 метров. Ну, буквально мы метров 100 по Невскому прошли. Нас, естественно, всех упаковали. Будем надеяться, что сразу 600 километров будет, без остановок. Вот люди уже готовятся загружаться в автобусы, там есть списки. Темно, автобус остановился, в темноте. А у кого номер есть? Андрей, подойди. Вот здесь люди уже загружаются, первый автобус. Можно не торопиться. Идет погрузка. Как? Что ты все подписываешь? Ты понял, короче? Вот эти маршруты сигналила милиция, короче, чтобы они их сюда приволокли, если что, чтобы нас сюда грузили. Прикинь? Маршруточника, вот эти маршрутки. Реально они... маршрутки, это автозаки? Да, да, это автозаки, я не знаю, куда автозаки делали. Водительки нам сказали приехать, и тут полиция нам скажет. Вот эти желтые? Да, да, да. Полиция специально приехала, чтобы арестовывать людей, что ли? Там есть один майорчик, ну он где-то делся. А для чего пригнали-то, для чего? А для чего, может? Чтоб для красоты, наверное, я не знаю. Чтобы людей сажать туда? Для чего могут пригнать? Вон там желтые маршрутки. Ну, здесь все окружено полицией, видно, да? Со всех сторон. Здесь автобус с ОМОНом. Люди едут, давайте посмотрим. Наши дела. Ладно, короче, наши ехали. Вот сколько там автобусов ехали? Они с ними автобусами ехали, еще несколько коллекторов. Мы будем палить номера на всякий случай. Ну, вот идет посадка в автобусе. Пока все вроде нормально. Да не был позже, следующий. Наталья Гвоздеевская. Я там. Я там.
На крыше будет, на крыше, как в Индии, там на поезде едут. Сколько там? А третий сажаете, нет ли? Третий. Как уехал? Третий автобус. Ты надо не отпускать тогда третий автобус, как вот уехал? Он вахта якобы. Не наш, что ли, автобус? Третьим автобусом проблема, что ли, какая-то? В общем, два автобуса, погрузка идет. С третьим автобусом какие-то вопросы. Пока небольшая пауза.